В Люберцах установят 12 игровых площадок. Работы проведут в рамках реконструкции центрального парка. Об этом сообщает местный портал РИАМа со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружицкого. Работы по установке детских площадок пройдут в ближайшее время. Кроме этого, в парке установят 305 скамеек и 320 урн для мусора. Добавлю, там уже посадили 197 деревьев и 4938 кустарников. Напомним, работы по благоустройству центрального парка Люберец проходят в два этапа. В рамках первого сейчас проводится высадка деревьев, а также работы по установке входных групп, детских и спортивных площадок и скамеек. В рамках второго, он планируется в следующем году, продолжат благоустраивать тропиночную сеть с декоративным освещением, а также сделают велодорожки. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.